В ауле Эрсакона Дагихабльского района в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» открыли новую врачебную амбулаторию. Это стало знаковым событием для района. С торжественной церемонией Альбина Ламкова. Для жителей аула открытие врачебной амбулатории стало настоящим событием. Люди радуются искренне. В день торжества всем гостям были представлены музыкальные номера. Еще прозвучало немало поздравлений и пожеланий как медработникам, так и жителям Адыгейхабльского района. Новая поликлиника будет обслуживать не только население Эрсакона. Аул в районе служит географическим центром. Поэтому в новом учреждении будет обслуживаться еще 12 населенных пунктов района. В самом Эрсаконе проживает почти 2500 человек. Главным направлением в медицине является профилактика. И президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уделяет приоритетное значение, внимание именно этому направлению – развитию первичного звена. Строительство новой врачебной амбулатории стартовало в середине 2021 года, а началось все с обращения главе республики Рашиду Тимрезову на странице его соцсети. Жители Эрсакона рассказали о том, что в ауле есть старенькая амбулатория, которая функционирует почти 40 лет, а износ здания составляет более 80%. Новый объект площадью 200 квадратных метров рассчитан на 75 посещений граждан в одну смену. Медучреждение оснащено современным оборудованием. В здании есть все необходимое оборудование для первичной помощи. Тамбур ожидальня, два кабинета педиатра и терапевта. Тут палата дневного стационара и кабинет ЭКГ, процедурная, прививочная, санузел, гардеробная, помещение для хранения лекарств и грязного белья. Смотровой кабинет. Медработники ждут с радостью пациентов, чтобы оказать качественную медицинскую помощь. Больных пациентов принимают к своих родных, обращаются очень вежливо. Спасибо им тоже, всем нашим медработникам. Доступная медицинская помощь, она стала действительно ближе к народу. Хотелось бы пожелать и жителям села, и медперсоналу, чтобы все-таки посещали нас больше с профилактической целью, ежели по заболеваниям. Также для местных жителей Эрсаконского сельского поселения обеспечена оптимальная транспортная доступность социально значимого объекта здравоохранения, что также отразится в качестве оказания первичной медико-санитарной помощи. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгейхабльский район.